Фэнг – город, ставший знаменитым благодаря подземелью, наводненному чудовищами. В замке, стоящем на вершине холма, Адам Саконвит создавал свою адскую машину. Когда она была построена, он смог в одиночку бросить вызов всем героям, достаточно храбрым или глупым для того, чтобы рисковать своей жизнью. В качестве приза выжившим будет даровано такое богатство, которого они даже не могут себе представить. И в то время, как некоторые воины готовятся к битвам, ожидающим их, другие воины, менее опытные, просто идут в бой. Цепной пес. Красный лотос. Цепной пес.